Всем привет, с вами Артём, и этим видео я хотел бы открыть новую рубрику на своем канале, а именно проверка промокодов. Это еще не окончательное название, если у вас есть какие-либо мысли, обязательно пишите в комментариях, а также оценивайте видео, если вам понравится такой формат. Суть ролика заключается в том, что мы будем брать какой-либо сервис, проверять, как работает промокод, какую мы получаем скидку, плюсы, минусы, от А до Я разберем, и я визуально покажу, как это вообще все работает. Ну а сегодня мы проверим промокод от Сбермаркета. Вообще Сбермаркет — это сервис, который объединяет гипермаркет, который есть в вашем городе. Около 120 городов у них есть в доставке вообще по всей России. И оттуда, из этого списка, мы выбираем магазин, который нам нравится, заказываем оттуда товары по их ценам, по их каталогу, с их скидками. В общем, как обычно, ходим в магазин, но только онлайн. Сегодня посмотрим, как нам скачать приложение, как выбрать товары, как применить промокод, как нам привезет курьер наши товары, посмотрим сроки годности товаров, подведем общий итог, скидку. В общем, сегодня, я думаю, будет интересно. Но если вам нравится такой формат, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тут будут такие ролики, если вы приятно встретите этот. А пишите в комментариях, какие сервисы вам хочется посмотреть, какие есть скидки. В общем, давайте начнем и закажем товары в Сбермаркете. Давайте начнем с того, что Сбермаркет — это приложение на Android или на iOS. У меня есть телеграм-канал, если что, ссылка будет в описании, где я тоже запостил эту информацию. И все, что нам нужно сделать, это просто скачать приложение и установить наше приложение Сбермаркет. После того, как мы скачали приложение, нам его нужно открыть. И смотрим, что у нас тут всякие новости сразу прилетают, и вводим адрес доставки. После того, как мы выбрали адрес доставки, нам показал, какие гипермаркеты к нам доставляют. Это Метро, Окей, Лента и Ашан. Давайте выберем Ленту, потому что мы часто туда ездим, но есть возможность заказать прямо онлайн. И, собственно, тут уже целый каталог товаров, который у нас представлен. Можно выбрать все, что угодно по тем ценам, которые есть в магазине. Мне уже жена заранее сказала, что нам нужно купить, поэтому я сейчас прям быстренько введу наши запросы. И первое, что мы добавим в корзину, это чипсы Pringles со вкусом краба. К чаю возьмем шоколад Ritter Sport с овсяным печеньем и йогуртом. Также возьмем топленое молоко Эго за 67 рублей. Про обычное молоко тоже не забываем, у нас есть Nesquik дом. Также на завтрак возьму плавленый сыр за 97 рублей. Также возьмем еще сливочное масло. У нас дома закончились макароны, поэтому наберем разных макарон от Макфа, потому что, ну, вроде они неплохие. Возьмем также половину батона для того, чтобы намазать сплавленный сыр. Кроме того, чтобы есть сыр, надо еще взять на утро творог, а лучше взять два. Также можно еще взять чай в пакетиках Корона. Ну и на десерт к чаю возьмем печенье Чокопай. И в итоге наша корзина выглядит вот таким образом. На 1051 рубль всего товаров мы заказали. И видим, что ближайшая доставка с 19 до 21. То есть в этот промежуток времени приедет наш курьер. Сейчас 16:55. И это единственный минус, который, наверное, есть в Сбермаркете, в отличие от самоката. Потому что самокат приводит в течение 30 минут. Тут же надо немножко подождать. Но в другом случае, если бы мы поехали в магазин, он находится в километрах, наверное, в 5 от нас. То есть нам бы пришлось собраться, одеться, доехать. И, собственно, наверное, те же 2 часа прошли бы. Но тут мы можем дома заняться какими-то важными делами. После этого мы переходим в оформление заказа, вбиваем свои данные. После того, как вы ввели адрес доставки, выбираем дополнительные функции. Первое — это бесконтактная доставка, кто боится... Welcome. Также есть замены, то есть если нет какого-то товара в магазине, вам позвонят и скажут, что нужно исправить, заменить, что они там, в общем, сделают, либо какой-то возврат. Далее время доставки. Это удобная функция, в отличие, например, от самоката. Если вам нужны товары завтра, то есть мы можем выбрать завтрашний день и, собственно, в любое время, когда вам удобно, чтобы вам доставили товары. Сегодня есть два варианта, это с 19 до 21 и с 20 до 22. Но выбираем, который нам самый ближайший. То есть с 19 до 21. Цена у нас получается 1051, но есть одно но. У меня есть промокод или бонус. Нажимаем сюда и вводим промокод. На всякий случай я промокод оставлю в описании. То есть это видео, можно сказать, показывает, как пользоваться. И не только я и могу воспользоваться, но и вы. Также вводим промокод, который у нас есть на этот товар. Он должен работать, потому что везде пишут, что он работает. Применяем его и смотрим, что же у нас изменилось. А изменилось у нас
Цена. Цена на 250 рублей ниже. Вообще, тут скидка 250 рублей от 1000, но в разных городах скидка может меняться. То есть в Москве, в Питере, в Пензе, в Томске, в общем, везде может быть разная скидка. То есть и 300 рублей, и 250, возможно, где-то больше, где-то меньше. Это все нужно уже как бы скачивать, смотреть, вводить промокод и проверять, потому что Россия большая, сами понимаете. У меня в Нижнем минус 250, и в общем, вместо 1050 рублей мы платим всего 800. Собственно, оплачиваем онлайн и ждем курьера. A few moments later. Время 7 часов, позвонил курьер, пойдем его встречать. Здравствуйте. Время 19.09, курьер приехал ровно в 7 вечера, пока я тут камеру разложил, пока на кухню перешел. В общем, два пакета у нас имеется. Вот этот пакет был в термосумке, из которого он достал, собственно, этот пакет. И один у нас просто был у него в руках. Давайте разложим и посмотрим, все ли нам привезли. Молоко сроком годности до 30.12, сегодня, напомню, 16 декабря, все в пределах нормы. Творожное зерно до 6 января, творожок до 9 января, также у нас обычное молоко «Домик в деревне» до 27 декабря, масло, видите, оно никак не изменено, то есть в хорошей форме, так, произведено 16.12, то есть максимально свежее. Также есть сыр. Сыр у нас сроком годности, сколько у него тут, 6 суток, не более хранить. В общем, он тоже изготовлен только в сентябре, поэтому я думаю, он где-то год хранится. Не будем на этом заострять внимание. И давайте посмотрим, что же у нас в этом пакете. Сразу видим Орион Чокопай до 10 октября 2021 года. С наступающим Новым годом и Рождеством, с любовью, ваш Сбермаркет. Это нам положили в виде бонуса Coca-Cola Energy. Прикольно, что довольно классно. Чай Корона, думаю, срок годности явно не стоит проверять. Так, батон нарезной. Сегодня у нас 16 декабря, и батон тоже от 16 декабря. То есть сегодняшний свежий, это очень классно. Шоколадка Риттер Спорт. Чипсы Pringles. Так, потом у нас макароны и еще раз макароны. Также нам добавили какие-то буклеты, наклейки. В общем, с этим тоже нужно разобраться. Собственно, вот такой заказ у нас сегодня получился. Такая распаковка не посылок, а просто товаров из магазина. Вышло это, опять же, повторюсь, на 800 рублей с учетом промокода. Он будет в описании. Этот промокод для новых пользователей. Наверное, я об этом не говорил, но, собственно, новый сервис появился. Промокод для новых пользователей. Возможно, будет для старых. Собственно, подписывайтесь на Telegram. Возможно, я создам группу ВКонтакте. Если это будет кому-то интересно, тоже какие-то новые сервисы туда постить, чтобы люди, собственно, пользовались. Вы тоже можете заказать. Возможно, вы подумаете, что это все видеореклама, и я, возможно, даже присяду, вы меня увидите. Возможно, вы подумаете, что реально это все видеореклама, но нет, просто у меня не было мысли, о чем снимать, и тут я увидел промокоды, а промокоды я знаю, что вы любите, поэтому вот пришлось заказать, посмотреть, и вот так это все работает. Наверное, у вас будет так же. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам интересен такой формат, и, возможно, продолжим эту рубрику. С вами был Артем, всем удачи, всем пока, до скорого, как-нибудь увидимся.